Опа-опа, я не ожидал, что они так быстро полетят. На самом деле, я не ожидал. Все-таки исправили Леста. Вот чуть-чуть момент чуть не потерял. Блин, надо будет поосторожнее сейчас, поаккуратнее все делать. А, ну давайте, давайте, давайте. Оставшийся 41 контейнер. 41? Ну, поехали, ребят. У нас 41 контейнер впереди. Так что лайкусики, это вторая часть у нас. Ладно, поехали. Ну, я надеюсь, как минимум, отбить то же золото, которое я потратил сейчас второй раз. Если это будет как-то в эквиваленте танков, ну, тоже будет неплохо. Я сейчас пока что заметил, что ни одного мистика не выпало, только один контейнер. Дополнительный второй, ну, понятно. Свободки сыпет прям завались. Там не только на одну ветку, там на несколько веток хватит. Так, ладно, ну, по 200, по 100 золота это несерьезно как-то. Давайте нужно как-то повысить градус по золоту. Ну, дайте хотя бы там пятеру, десятку. Ну, да, это ж падало, хорошо же было. Но сертификаты, контейнер. Вот такие вот открытия мне очень даже нравятся. Нормально, хорошо. Вот это вот дополнительно заряжает на открытие контейнеров. А вот такие вот особенно и как-то и нет. Кстати, ребят, кто смотрел предыдущий ролик по открытию контейнеров, напишите, как вам зашло, не зашло. И стоит ли вдруг, если еще раз Леста откроют, открывать еще раз. Ну вот это как-то... Вот это самое дерьмовое, что, видимо, может выпасть. Оно мне и выпало. Ну куда без этого. Так, так, так. Ага, 500. Все, пошло по нарастающей. Там будет косарь, 2, там 3. Не будет, я понял. Ну, на самом деле, у меня больше всего надежды... О, 5... вот это уже отбивается. Вот это хорошо, хорошо. На самом деле, у меня надежды почему-то нету на контейнеры вот этих первой степени. У меня есть контейнеры там второй, третий. Вот на них больше надежды. Но хотелось бы, кстати, побольше трешек, потому что там собрать нужно будет из третьих контейнеров у меня бесплатный. Посмотрим, что вообще выйдет. 4000. Кстати, премиум аккаунт. У меня, кстати, он скоро кончался бы, а так все прям четко. Второй степень, нормально. Так, 50 тысяч. Ну, серебро, я не знаю, нужно нам или нет. В принципе, я сейчас уже начал прокачивать ветку, ребята. Леопард 1 у нас на очереди, поэтому, ну, в принципе, можно подумать, можно подумать. Может быть, скоро БЗшка выйдет, я еще и ее буду на стриме качать. Пока леопард один. Ну, иксов просто завались. Мне вот явно придется в игру заходить специально, чтобы прокачивать какую-нибудь ветку. Х5, прикольно. Так, ну сколько? Ну, думаю, 1006 мы уже точно золото вернули. Это получается сколько там? 17? Нет. Напомните, сколько там? 17 контейнеров, да. Все, 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 точно. Напоминать не нужно. 17 контейнеров за 6000 золота дается нам. В принципе, 17 контов отбили. Но что-то пока что ни хрена мы не отбили 25 контейнеров. 10 тысяч голды. Это прям очень как-то, мне кажется, пошла какая-то уже дизмораль, какая-то открутка среди контейнеров. Да, да. Что-то как-то, видимо, Лес сказал, слишком много ребята обогащаются, нужно что-то им срезать. Пусть будет чаще кидаться им 200 золотых, свободный опыт. Есть у меня такое сейчас большое ощущение, 13 контейнеров, конечно, осталось. Не знаю, что-то и сертификатов мало, и всего остального мало. Вот, третьего уровня. Ну, посмотрим, что из них, конечно, будет. Я на самом деле, ну вот, часто, очень часто иксы и падают, и свободный опыт. Мне кажется, что-то я в этот раз не окуплюсь. 22 тысячи я не смогу отбить. Конечно, 23 было, но хотя бы 22, ладно. 100 золота. Конечно, премиум аккаунт это хорошо. Я довольно-таки часто сейчас стримлю по танкам. Но как-то вот... Это именно открытие пошло не туда, и как-то оно что-то... Я даже не считал, сколько было сертификатов сейчас открыто за эти открытия, но маловато, мне кажется, маловато. Ну, серебро. Прикольно, серебро, конечно, прикольно. Ну, что-то прям дерьмовенько, дерьмовенько. Ну, второй. О-о-о! Так много всего, а вроде как бы и шлак какой-то. Ну, это первый уровень контейнера. Тут в основном вот такое вот, да. Вот это вот особо не интересно, поэтому... Не, ну два контейнера. Ну, это вообще не отбилось ничего, я не понимаю. Видимо, реально, как бы Лесто прошали, такие, ага, ага. Ну, пора обратно эти бабосики и все золото обратно вот списывать с них. Что-то они как-то обнаглели, ребята. Все открывают контейнеры. Так...
Так. 30 дней премиум аккаунта. А, ну я же, в принципе, не 22 тысячи потратил, правильно? Потратил. Стоп. Ну, шестёра была, да, грубо говоря, у меня. 10 тысяч у меня осталось. Слушайте, ну, надо, блин, как бы брать дальше, да, покупаем еще. А я-то думал, что я все потратил. Тогда получается, ну, все равно меньше, меньше, чем должно было быть. Покупаем первого уровня контейнера. Надеемся на вот сертификат 1500. Уже хотя бы что-то, уже что-то. По-моему, второй, мне кажется, второй или третий сертификат это у нас. 7000, ну это маловато. Просто мне кажется, сейчас если я убью полностью все золото, я не окуплюсь вообще. Потому что потратил я уже полно. 500 золота. Ну, допустим, допустим. Допустим. Так, X5. Хорошо, хорошо. Но на самом деле нехорошо, потому что золота мало, серебро в основном и свободный опыт. Серебра-то я уже не знаю зачем, куда мне его и для каких целей. Но, допустим, ладно. Танки я еще покупать буду, как бы я же не скажу, что у меня прям миллион лежит серебра, и я его просто не открываю. Так, второго... Я, честно сказать, не смотрел, сколько у меня мистических контейнеров второго уровня выпало, но что-то они как-то летают часто, чаще, чем сертификат и все остальное. Угу. Так, последний. Ну, допустим. Допустим. На этот раз они быстро начали. Наконец-таки мне это уже нравится. До этого попал десятку, сейчас решил войти в игру. Возьму еще там за 6 тысяч. И они пошли сразу же. Я на самом деле не ожидал такого, что он так резко врубится. Ну... Вот, 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 вот. Я, конечно, не верю, что я когда-нибудь выбью там 200 или 500 миллионов, или даже 100 тысяч, фу, 500 миллионов, 500, 200 или 100 тысяч золота. Это я вообще что-то как-то не верю. Но если вдруг сегодня что-то такое произойдет, это прям будет круто. Я прям порадуюсь, вы увидите мою реакцию, наверное, скажете, надо будет открывать еще чаще. И смотреть на его открытие. Ну, потому что сейчас я смотрю, в основном 1000 серебра, и ты такой, ну, давай, и такой, ага, понятно, все-таки серебро, ага. Так, ну, кстати, мистика второго уровня довольно-таки тоже неплохо набралось, мистический сертификат, но напоследок-то все-таки выпал, да, ну, блин, ну, 1500 тратить на 5 контейнеров, или же 3,5-70 тысяч опыта тратить на 7 контейнеров. Как по мне, это бестолковое предложение, ребята. Я не знаю, напишите в комментариях, согласны с этим или нет. Но я бы не стал бы открывать на самом деле. За 3,5-7 контейнеров. Ух ты, что пошло. Ну я так понял, что когда контейнер я увидел, что 100 тысяч золота мне явно не выпадет в этом открытии. Ну ладно, хорошо, неплохо. Третьего уровня это неплохо. Мне кажется, там прям может что такое. Второго уровня. Ага. Так, ну что, последний, да? Последний. И переходим к вторым уровням. Там, не знаю, может быть, если что, докупим еще за 500. Но за 500 смысл. Хотя, давайте докупим, ладно. Зачем расстраивать аудиторию и зачем смотреть открытие контейнеров, если у тебя осталось еще золото? Третий уровень. Кстати, вот, вот может быть, с него мне как раз что-то и выпадет интересное. Посмотрим. Нет, ну за 3, ну за 3000 это прям, за 3,5 это прям перебор. 10 тысяч даже осталось, ничего себе. По 100, и потом так, оба, уже лям, серебра есть, офигеть. Так, это привычка, сорян, извините, ребят, это привычка. Давайте, погнали дальше. Кстати, рушка, до сих пор я на рушке, ребят, если кто-то вдруг будет смотреть стримы, поддержите там меня. Блин, сколько? 62, 59. 62, охренеть, сколько иксов. Это какие танки мне придется качать тогда? Кстати, повезло, что в этот раз мне не выпали всякие вот эти вот загадки. Я, кстати, на самом деле отчасти рад. 12 штук мистиков, кстати, второго уровня. Ну, поехали. Поехали, тянуть не будем, что тут, зачем тянуть? Ну, только сказал, вот она загадка, я понял. Они, видимо, идут со второго уровня мистиков. Поэтому мистически, ну хорошо, мистически это хорошо. Я, конечно, не верю, что со всех мистиков мне прям десятки попадают. 100 тысяч.
Мне уже 100 тысяч свободки выпало, 100 тысяч кредитов выпало. Мне нужно теперь 100 тысяч золота. Ну или 200 тысяч. Чем больше, тем лучше. Ну, второго, третьего, 500 голды. Ёптать, это что ж происходит с нами, а? Это что тут такое происходит? Ладно, вот это дерьмо сейчас выпало, но все-таки, ну, опять дерьмо. Все-таки я в надежде какой-то такой большой суммы, чтобы хотя бы отбить эти танки. Загадка. 500 тысяч, нормально. Ну, кредитов. Блин, я не знаю, зачем загадки, реально. Я пока не понимаю, что там в дальнейшем будет такого, что можно эти загадки прям тратить. 2000, вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо, но хотелось бы, чтобы это падало с первых мистиков. Ну, 100 тысяч. Ой, как прикалываются, а, типа, ну давай 100 тысяч свободки, серебра, давайте, ну вот как обычно. Динамитный по полной, хочешь 100 тысяч, ну давайте, это серебра, нет, так тебе свободочки 100 тысяч, ну так, ладно. Кстати, контейнеры набираются, всего 4 мистика. 5 контейнеров 3 уровня. Ну шанс упадения, конечно, полляма, это жестко, это, ну, не так много, мне кажется, будет. А вот сертификаты, там вроде 15%, так что вот, я думаю, сертификаты ждем. Ёпта, загадки, ну, естественно, конечно, загадки нам нужны, ну, 2,5. Вот здесь можно, кстати, поднабрать и отбить все-таки свое золото, но слишком мало. 2,5, 2. Ебать, ну, я уже отбился. Я уже отбил свои золото, 100%. Все-таки на высших уровнях лучше. Ну, давайте еще полляма, я прям вообще тут... О-о-о-о. Стоп, звоночек, извиняюсь. Все, вот мы поговорили, небольшая пауза была, вернемся на том же самом. Так, кстати, награды пошли, отлично. Опять мистический контейнер 3 уровня, отлично. Как бы я не тараторил сейчас, но извините меня. Вот это хорошо, вот это пошло, вот как, вот это, блин, я был, была такая надежда у меня, а? Ну, на самом деле, я уже вот этими 25 тысячами так вот, когда они выпали, такой, ага, вот теперь-то я уже все отбил, вот это мне нравится. Ну, давайте, последний, финальный. И мистики! Уф, 30 дней, блин, бомба. Это прям бомба, сколько так? Второго уровня 3 осталось, и третьего тоже 3. Ну, я бы сказал, что это прикольно, но 4 мистика маловато, на самом деле, за столько открытий, я думал, будет больше. Ну, поехали. Че такого? Ну, говно. Ну, десятка будет хоть одна? У меня ее не было, кстати, ну... Ну, ладно, да, посмотрим, я не знаю. Говно. И давайте десятку нам. Говно. Просто говно. Сколько там? Мне же, я так понимаю, мне не дали за него полтора ляма всего лишь. Ну, блять, просто охренительно. Ну, просто шикарно. Не, ну, конечно, по золоту мы прошли дальше. Но, блять, ну, ребят, ну, это, ну, куда? Это в какие? Это ворота ни в какие не лезет. Ладно, давайте пофигу откроем. Это, конечно, невыгодно. Ну, раз мы сегодня уже отбились, почему бы и нет. Поехали, ладно. Еще 3. Ну, сколько там? Еще 7 штук, блять, ну... Ну, я не знаю, как придумали разработчики это, свободку и золото. 2000, ну, допустим. Я себя чувствую, как в группе Кармен. Я, жизнь на рулетку свою поставлю. Ну, серьезно, я взял 7 контейнеров, чтобы мне попадало какое-то говно, иксы, мне, думать, их мало, что ли? Давайте что-нибудь золото, может, контейнеры других уровней. Ну, ребят, ну, это... Ну, если так будет падать, то это прям... Пиздец, я даже хотите, чтобы я свободку свою отбил? Да, ну, конечно, тут, смотрю, повезло, так повезло. Да, вообще, золото 0. По золоту вот именно этот контейнер я нифига не отбил. О, второго уровня, спасибо. А душ... А, так их можно хер пойми сколько купить. Берем еще. Бля, я не знаю, зачем, уже 140 тысяч... И 7 косарей я уже слил. Вот, а может быть и не зря. А может быть... А может быть и не зря. Может быть с этого сертификата выпадет десятка. Я не знаю, я вот...
Хо-хо, не зря я купил его. Даже если вы под дерьмище, я не зря его купил. Еще сертификат, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, оказывается, можно дофига их покупать. Я думал, все, это чуть-чуть совсем и все. Ну, вот эти неплохо. Вот эти вот, кстати, вот открытия даже купили. Те предыдущие. Нормально. Ну, соточку голды-то можно, пожалуйста? Ну, начислили, чуть-чуть. И вот там соточку голды. Ну, соточку имел на 100 тысяч, ребят. Но не 100. Троллинг от Леста, я понял. Нет, ну, это как-то мы уже посливали, как уже какую-то, мы занимаемся каким-то уже не тем. Ладно, давайте. Три штуки. Второго уровня. Поехали. Ох, ох, летит, и не... вот еще сертификат пролетел. Нормально. Вот это открытие мне нравится. Если следующее будет говно, то я уж понял, как Лест это все делает. Ну, такое. С примесью неудачи. Вот, куда без этого, я понял. Так, ну давайте, три мистика, посмотрим все-таки, что у нас, что мы можем выбить. А купились эти контейнеры или нет, вы напишите сами. Я имею в виду по 3,5 и 70 тысяч. Ну, дерьмо. Давайте дальше, уничтожитель. Блядь, ну серьезно, ну вот, конечно, это прикольно, но у меня он есть. Яныч, опять сорян, блин. Уже второй ролик, извиняюсь перед тобой, потому что вот жаль, что это открываешь не ты. Жаль, что этот сертификат выпал не тебе. Не, говно по сертификатам, у меня все эти танки есть. Спорим, что они все будут по серебру, да? Это лям и полтора ляма. Ну просто дерьмовое открытие, ладно. Ладно, ребят, на этом все. Я не знаю, следующий контейнер, какие будем открывать, пишите в комментариях, какие вообще ждете контейнеры. И ставьте лайк, пожалуйста, пишите комментарии, чтобы поддержать наш канал, чтобы он хоть немного начал разгоняться. Мы уже сколько времени сидим, пытаемся и в надежде на вас. И, кстати, ребят, скоро стримы, тоже их не пропускайте. Ну и что же хотелось бы сказать. Всем пока, конечно, всем хорошего настроения. Будем открывать контейнеры и дальше. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите свое мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты, и мы поставили перед собой цель набрать 1000 подписчиков. До новых встреч!